Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем изучать мир Хоп. Сегодня у меня в планах немножко побегать по местности, посмотреть места, где я не был. Может быть, что-то открыть, может быть, что-то активировать. У меня же появилось умение. Да, именно это. А может, по дороге кого-то встречу. В прошлой части я опять столкнулся с этой девушкой. Или девочкой, не знаю, с загадочным существом, которое следит за мной. Может быть, здесь что-то еще не открыто? Ладно, подожди. Оно все следит и следит за мной. Я не знаю, что ему нужно. Или ей? И я открыл какое-то место. Не такое зеленое, как здесь. Больше осеннее, наверное, не знаю. Выжженное. Так, парень, ты здесь? Да, он еще здесь. А мне туда. Так, давайте посмотрим, куда еще можно забежать. Здесь, может быть, куда-то можно? Быстро осмотрю здесь. Если что-то найду, покажу. Если ничего, то побежим дальше. В общем, там ничего интересного я не нашел. Поэтому будем двигаться дальше. Хочу попробовать дойти до первой локации. Может быть, что-то я там упустил. Блин, забываю, что есть такие вещи. Типа сохранялок. Которые активируются. Думал, кто-то напасть хочет. Так, и сюда ты тоже залезть не хочешь. Вниз пока я не пойду. Я пришел откуда-то отсюда, по-моему. Ну, с этой стороны, по крайней мере. Опа. Вот это мне пригодится. Лесенка вниз. И куда она приведет? Пойдем посмотрим. Ого. Тут еще один такой же. Зачем ты его бьешь? А, он уже все. Офигеть. А, это мана. Нифига себе. Туда нельзя? Нет, не хочет. Прикольно. Надо почаще спускаться во всякие такие места. Обходить. И можно много чего интересного найти. Так, это я помню. По-моему, здесь меня укусили. Или не укусили. Не знаю, что это было. Но выглядело как укус. Так. Опа. А, там жираф. Ага. Это место я отлично помню. Здесь была головоломка. Эй! С тобой можно подраться? О, ладно, я пошутил. Так, здесь ничего интересного. Но здесь я был. Да, определенно был. Ну что, пойдем посмотрим, что здесь есть. Так, на этой площадке ничего интересного я не нашел. Немного путаюсь в карте, но примерно представляю, где я был, а где я не был. Поэтому хочу обойти быстро все места. Так, а ты что хочешь от меня? Воу. Воу. Не, меня туда не пускают. Видимо, здесь только один путь. Просто есть некоторые ответвления, по которым интересно побегать. Так, а здесь в прошлой части я не бегал. Может быть, в первой? Но в прошлой нет. Да, точно, в первой части я здесь бегал. Здесь кто-то кричит. Так, я решил пока туда не идти, где кто-то кричит, и нашел вот такую штучку. Можно сделать спуск. Или подъем. Спусков-то тут везде хватает, а вот подъемов нет. Так, туда пока не пролезть. А вот это вот значок бабочки, я так полагаю. Я тогда же подбирал в прошлой серии бабочку. Они нужны для крафта, я так понял. Поэтому будем собирать и разбираться. Так, там, где кричало непонятное существо, я ничего не нашел, поэтому подошел к месту, где нашел спуск. О, еще что-то мигает. Ну-ка. О! Это что я сделал? Что это я открыл? Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, ладно, я пока ничего не понял. Если что, можно ведь вернуть назад? Блин, походу нет. Ладно, пойду пробегу по местам, где я начал играть. Посмотрю что-нибудь здесь. Если ничего не найду, то пойду по дороге, по которой меня ведут. А вот и первое место. То место, где я появился. То, откуда все началось. В общем, я осмотрел все места,
на предмет всяких приколюшек. И, в принципе, что-то нашел. Кусочек маны, ну и пару дверей. Да, и, кстати, нашел подъем. Давайте посмотрим, куда он приведет. Собственно, привел он меня к огромной кнопке, которую я пока не могу нажать. Видимо. Ну-ка. Да, пока не могу. Видимо, нужны какие-то еще дополнительные силы. Ну, или дополнительный скилл. Поэтому я возвращаюсь на то место, где я, в общем-то, остался в прошлый раз. Точнее, остановился. Так, а эту штучку я еще не собирал. Как это я ее упустил? Видимо, я так хотел узнать, что это за существо. Блин, да что ты так подлагиваешь? Именно на этой локации. О, жираф. Видимо, я так хотел узнать, что это за существо, что не заметил. А, я понял, где это. Я же сюда пришел. Справа. Кстати, можно осмотреться здесь. Может быть, что-то есть интересное так. Ой, да ты совсем простенький. Может быть, ты и неплохой? Надеюсь, что так. Так, ну да, я здесь не был. Сразу осмотрюсь. Ух ты, прикольно здесь. Ого, а ты кто? Ты пока не действуешь. Будем бегать дальше. Все-таки я хочу узнать, что это за бабочка. Пойду попробую до туда добежать и посмотреть. Так. О, шаманище какой большой. Так, что это за кубики? Они на карте отмечаются. Так, хочу еще сюда забежать. Опа. А ты кто? Опять этот шаман. А, это, наверное, детали крафта. Все может быть. Пока непонятно. Столько всего надо понять. Столько всего надо изучить. Пойду сначала посмотрю на бабочку. Может быть, действительно найду ее там. А потом побегаю, поизучаю здесь, с этой стороны. Так, блин, я забыл. Может быть, ты добрый. А давай проверим. Эй, друг. Ты добрый? Ну, бегает, значит, добрый. Так, а где он ее здесь увидел? Я ее отсюда не вижу. Так, ну и где она? Вот же она здесь должна быть. А, вон она. Блин, а как до нее добраться? Тут же все заросло. Это же невозможно. Блин. Видимо, пока мне нельзя туда. Ну что, здесь я везде побывал. С этой стороны. Можно попробовать налево пробежать. А потом подняться туда, где я был в прошлой части. Ну и попытаться разобраться, что это за место. С молниями. Так, ну я решил спуститься вниз. Слева. Посмотреть что-нибудь здесь. Да тут этот здоровый шаман, который что-то пытается достать, видимо. Из собаки. Мне с вас яблоки нужны. У меня всего одно здоровье. Так, отлично. Ну что? Ага, надо сначала еще одну собаку убить. А потом уже за шаманом браться. Он какой-то здоровый. Что-то я его побаиваюсь. Подожди. Сюда можешь залезть? Да, может. Так, а что здесь? Ага, это край. Видимо, дальше некуда идти. Так что пойдем бить шамана. Надеюсь, у меня это получится. Нет, для начала я попробую пробраться вот сюда. Заметил на карте это место. Теперь хочу проверить. Опа! Да, все-таки... Я могу видеть секреты в этой игре. А, он, наверное, надо мной, этот шаман. Точно? Вон он долбится сверху. Вы тоже охотитесь за этими штуками? Отлично. Ну что, Хоп? Надеюсь, тебя зовут Хоп? Ого. Прикольно.
А наверх туда не сможешь перепрыгнуть? Ну и ладно. Подожди. Эй, 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 не съезжай. Просто прыгни. Не хочет. Давай прыгни так. Отлично. Так, а где этот шаман? Эй, дядька. Я тебя не боюсь. Покажи сначала, что ты умеешь. Понял. Надо ждать, пока ты 4 раза ударишь, а потом... Я тебя понял. Слишком просто. Я думал, ты сильно злой. Ой, нифига себе. Я первый раз умер в этой игре от кого-то. Нифига себе, он рассыпался. Не думал, что тут настолько все жестко. Ладно, пойду все-таки его побежу или победю. Короче, выиграю. А потом пойду изучать дальше. Ну чё? Попытка номер 5. Ну давай, ну. Ну хоть что-нибудь попробуй сделать, а? Бедолага. Всего один взмах. Ты хотя бы посмотри, куда ты бьешь, придурочный. О, по-моему, это был крутой босс. Судя по музыке. Так, ну, здесь я, в принципе, все изучил. Поэтому осталось только то место с молниями. Ну что, я добрался? Что же тут интересного может происходить? Какое-то все здесь сухое, засушливое. Кактусы. Разряды молний. Что-то внизу слева светится. Ладно. Наверное, я это узнаю позже. Просто пойдем поизучаем местность. Она выглядит как-то... Ого. А я забыл про эту штуку. К тебе можно подходить? Ай, нет. Нельзя. Здесь все по-новому. Так, туда провалиться можно? Интересно, что там внизу? Так, подожди. Эй, скорпионы, вы сильные, блин. Так, это выход. Слева, я так полагаю. Наверх. А здесь можно вниз упасть. А, и тут же выход. Давайте поковыряемся внизу, посмотрим, что тут есть интересного. А после пойдем наверх. Что это было? Ты еще что такое? Ага, это типа загадка. Достаточно простая. И понятная. Так, тихо. Сейчас бы расплющило. Так. Что-то загорелось. Что это значит? Так, здесь, видимо, ничего нельзя сделать больше. Пойдем наверх. Угу. О, а там еще один трупик. К нему нельзя, да, так просто попасть. А как на такие места забираться? Видимо, мне какую-то способность дадут в будущем. Что это за кнопки? Ага, типа я провожу электричество. Блин. Я думал, какие-то способности будут. А нет, все-таки нельзя. Я думал, можно обойти. Так, пока туда не торопись. Хочу попробовать спуститься вон в ту расщелину, вот сюда. Угу. Потому что тут что-то наверняка есть. Ты у нас что? Ага. Понял. Отлично. Блин, пока не могу привыкнуть. Кажется, что сейчас вот-вот упаду. Ладно, пойдем. О. Повсюду молнии бьют. Так, не смогу ли я отсюда зайти до этого робота? Да вот же он. Все было очень просто. Еще одну единичку маны нашел. Точнее, половинку.
А нет, тут по 5. Блин, маны надо по 5 собирать. Ладно. Хочу еще пройти в эту сторону. Может быть, что-то интересное найду. Ага, здесь прохода пока нет. Хорош кусаться. Ты живой еще, что ли? Вот живучие скотины. Ого, сколько вас тут. Ребята, подождите, всем хватит. Еще один там бегает. Так, а мне, похоже, надо запустить эту штуку в центре. Я так полагаю. О, вас тоже током бьет. Отлично. Ого, что это? Круто выглядит. Вот туда я прыгать не хочу, определенно. Ну все, не остается ничего, кроме этого пути. Ладно, держи. Ты сам этого захотел. О, целых 5. Давай. Пау. О, серьезный парень. Да? А тебе еще и не увернуться так просто. Выходи сюда, чтобы я тебя видел. О. Да как тебе? Ну и фиг с тобой. Пока не буду за тобой бегать. Так, мне направо. Подожди. Хочу сюда. Так, и сюда можно? Ай! Нельзя. Я понял. Так, а здесь защищают. Это черная дрянь. Ага. Вот здесь, по-моему, можно подняться. Точно? И что я здесь найду? Даже травка есть. Зеленая. Опа. Нифига ты здоровый. Я с тобой справлюсь? Надеюсь, что да. Давай, 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 давай. У тебя же есть комбо. Все, я всех победил? Молодец. Скоро я наберу достаточно ресурсов, чтобы прокачаться. Хотел повысить навык уклонения. Так. А где для тебя взять синюю штучку? Может быть, где-то здесь, наверху? Так, аккуратно. Блин. Нифига там, сколько этой дряни. Ёлки. Она ж повсюду. Так, наверное, это оно. Вон, еще один здоровяк стоит. Капец, сколько ее тут. И что мне с ней делать? Как мне с ней справиться? Ладно. Думаю, разберемся по ходу. Так, мне надо что-то сделать с этим всем. Так, подожди. Он включается. Ага. Ладно, пойдем туда. Эй, друг, не хочешь на меня напасть? Давай, пробуй. Блин. Походу, у него иммунитет. О, еще один. Еще одна сторона, вернее. Так, здесь какое-то квестовое задание, видимо. Здорово. Давай, пробуй. Блин, да вам пофигу на эту штуку. Пол. Туда я не пройду. Да я пока и не особо хочу. Там очень много этой дряни. Не сюда, видимо. Так, сюда я, видимо, тоже не пройду. Судя по карте. О, зашевелились сразу. Нет, все-таки здесь я смог достать. Может быть, и в том закоулке что-то есть. Отлично. Ну, попытка не пытка. Давай ко мне. Так. Пробуем. Нет, тут ничего. Абсолютно ничего. Поэтому пойду наверх. Так. О, и что мне делать? Ты хочешь сказать, что ты можешь спрыгнуть сюда? Ладно, давай попробуем все варианты развития событий. Может быть, можно зацепиться за стенку? Нет. Этого делать нельзя. Так, а может просто спрыгнуть вниз? Ой.
Нет, видимо, он не хочет этого делать. Ну вот я смотрю, здесь какие-то штуки торчат. Может быть, до них сможешь? До них нельзя допрыгнуть. Не пробуйте. Короче, бегал я, бегал. И обнаружил, что те штуки, которые я включал, ведут вот сюда, к центру. А эта штука, похоже, подвинулась. Точно? Ну что, посмотрим, что нас ждет внизу. Предсказуемо. Давайте, ребята, по одному. А можно и по два. А можно и по пять. Мне не страшно. Ну что, это все, на что вы способны? Фу, слабаки. Давайте мне какого-нибудь голема сюда. Так. Сюда можно. Ага. Спуск сразу сделаем. И... О, можно куда-то спуститься. А это что? Пока непонятно, но вниз я хочу попробовать спуститься. Так. Что это такое за место? Ой, осторожно. Держись. Может быть, это что-то типа ступеньки? О, я вижу внизу генератор. Как тот, который был в прошлой серии, когда мне усилили руку. Давай попробуем туда добраться. Не представляю, как играть на клавиатуре в эту игру. Тут же очень плавное управление. Чуть-чуть промахнулся, и все. И ты улетел. Блин, какие тут катакомбы. Ага, назад дороги не будет. Ну давай, друг. Падай. А вот и сохранение. Так. Туда мне нельзя. Ага, карта не работает. Так, это у нас закрытая дверь. Ага, вот оно то место с генератором. Ну что, давай прокачаем свою руку. Что меня ждет? Что ж ты туда поставишь сегодня? Ну-ка. Чему ты научился? О! Ты посмотри на его руку. Она с разрядом тока. Так, наверное, меня сейчас будут учить, как это делать. Пойдем, куда ведут. Аккуратно. Так. О! Блин, сколько тут механизмов, сколько тут всего. Это та же дорога, по которой я сюда пришел. Только она вниз ушла. Так, РБ. Подожди. Ладно, давай попробуем. А потом будем пробовать дальше бегать. Воу! Офигеть! Это ж телепорт! Класс! Ой! Кажется, он телепортирует только в одну сторону. Ага, это поворот. Так, подожди, X. И налево. Крутяк! Нереально круто. Так, куда? Налево сюда. Блин, офигенно. Так они же в мире тоже разбросаны, я помню. По-моему. Не знаю. Могу ошибаться. Кайф. Ага, он в две стороны телепортирует. Это что? Блин, сколько тут всего интересного, а? К одному не успел привыкнуть, уже новое что-то. Так, подожди. Эй, я только забраться захотел. Ладно, будем действовать по-твоему. Не хочешь так заходить? Давай так. Прыг. Эй! Я же прыгал туда, куда ты вел. Почему ты не прыгнул? О, мощно. Так, давай попробуем еще раз. Да отцепись ты от этих ступенек. Ну вот. Эй! Короче, я решил немножко пробежать подальше, все-таки туда. И нашел кое-что. Вот он. Хм. Лишним не будет.
Ну, сейчас я побегу разбираться с телепортом. Отлично, остался всего один. Ой, тихо. Как хорошо, что он хватается сам. Так, ну а что здесь может быть? Может быть, тебе нажать? Ага, понял. Надо успеть. А я, дурак, прыгал. Думал. Оп, аккуратно. Есть, успел. Так, куда мне дальше? А, я отсюда пришел. Отлично. Ну все, теперь у меня есть способность телепортации. Только найти бы эти места. И куда ты меня приведешь? Надеюсь, не убьешь? Отлично. Так, это, по-моему... Да, это то место, откуда я пришел. Супер! Так. О, да мне игра сама подсказывает, что надо сюда. Так, а на карте они не отображаются, да, эти места? Давай попробуем. О. Воу. Куда? Офигеть, я не успел сообразить, куда меня это привело. Ладно, ребята, думаю, на этом все на сегодня. Сегодня я научился телепортироваться. Это очень круто. Подожди. Нет, с тобой мы разберемся в следующей серии. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию. И поддержи лайком или комментарием. Ну и всем пока.